два вопроса. Вот первый такой, может, вот те партии, те кандидаты, которые приходят к избирателям и говорят о лавочках, может, они правы, может быть, избиратели в округе не интересует федеральная повестка, или интересует, вот что они вам говорят, избиратели, какие наказы дают. И второй вопрос, ТСР продвигают идею безусловного базового дохода. Предлагают всем жителям, всем гражданам России выплачивать по 10 тысяч рублей каждый месяц. Как вам такая идея? Отвечая на первый вопрос, ну, понятно, что, конечно, каждого жителя интересует и его местная повестка тоже. Это понятно, потому что каждый человек где-то живет, он существует в какой-то определенной среде, в этой среде есть проблемы, есть недостатки и так далее. И наш округ, между прочим, он очень протестный сам по себе. Вот, может быть, это не такой уж прямо левый коммунистический протест, но это действительно протестная среда, потому что здесь, вот как по такому суровому стечению обстоятельств, очень много протестных точек. Вот мы сидим с вами на территории моего избирательного округа, между прочим, вот, и буквально в пяти шагах от нас здесь Бадаевский завод, вы знаете, Бадаевский пивзавод, который планируется, вы будете смеяться, к сносу. Знаете, вот памятник архитектуры, да, которому больше 100 лет, который внесен во все там реестры, да, там, который является памятником. Вот, это сам по себе вот эти вот заводские строения, они действительно должны охраняться на федеральном уровне. Да, вот Министерство культуры должно внести его в федеральный реестр памятников и охраняемых, соответственно, строений. Вот. Но, тем не менее, значит, великий застройщик, да, компания Capital Group, она хочет оттяпать этот участок земли, вот, и снести, и поставить здесь страшные вот эти вот угробищные совершенно дома, коробки там в 100 этажей. Вы можете себе представить, как будет выглядеть набережная, и что здесь вообще будет. И здесь большое такое вот очень многоголовое движение вот в защиту этого самого Бадаевского завода. Это не просто какие-то люди, там, которые любят старую архитектуру, да? Это не просто какие-то люди, которым хочется, так сказать, смотреть на красивые здания. Это люди, которые рискуют, так сказать, у себя перед окнами получить вот этот вот стоэтажный человейник. Да? Это люди, у которых не будет солнца в квартирах. Это люди, у которых там будет там, паркинг, да, на 500 тысяч мест, да? Вот, у которых будет загазованность под окнами и так далее. То есть это вот совершенно реальная повестка дня. Есть группы, которые отстаивают те или иные парки, так называемые особо охраняемые природные территории, там Филевский парк, парк Сказка в Крылатском. У нас вообще очень зеленый округ, он вообще такой очень, он очень озеленен, много парков, много заказников, вот, много скверов. И, естественно, вот эта точечная застройка, интересы вот этого молоха, да, вот этого золотого тельца, они, к сожалению, печальным образом нашли путь к сердцу наших властей, и там все, в общем, давно договорено, и все эти замечательные излюбленные компании, уполномоченные, так сказать, вершить свое дело, мы их все знаем, это не только Capital Group, это вот компания ПИК, компания ПИК – это реальный бич Западного округа. Вот, она не только в Западном округе действует, там по всей Москве у нее есть свои точки, но почему-то Западный округ она очень любит. Вот, например, Кунцевский район весь практически поголовно он встал против этого ПИКа, потому что, ну, если вы выйдете из метро «Молодежная», допустим, и посмотрите на Ярцевскую улицу, вот это типичный пример деятельности компании ПИК. Ваш взор не обрадуется, да, вам там не понравится, и жить там тоже, я не знаю, кому хочется. Вот, но тем не менее, значит, помимо сноса старой застройки, там еще и оттяпывают они куски зеленых насаждений. Вот эти самые замечательные парки, вот они там под застройку то один кусочек, то другой, и, конечно, это все терпеть невозможно, и люди встают. Но где-то уже доходит просто до стрельбы. Вот, например, знаменитая у нас семья, которая отказалась по реновации выезжать из дома, потому что дом еще вполне, как говорится, кондиционный, он еще там 100 лет простоит. Но его признали почему-то аварийным,
непонятно почему, хотя он не аварийный, так сказать, да, он требует ремонта, безусловно, каждый дом требует ремонта. Вот по программе реновации людей хотят переселить ни хрен знает куда. Вот там одна есть семья, по окнам которой уже стрелять начали, значит, вот люди. Кто это? Непонятно. То есть понятно, что каждый застройщик может нанять кого хотите, да, тут и постреляют, и побьют, и все что угодно. И хрен ты что докажешь. То есть сейчас даже вот, жаловаться невозможно, вот по факту стрельбы по окнам, у людей стреляют по окнам. Ну, напишешь, что, вот, что я, у меня есть внутреннее ощущение, что это делают, так сказать, люди, которые по заказу застройщика это делают. Но это, опять же, твое предположение. Вот это даже никакой правоохранительный орган не примет даже к рассмотрению. Ну, мало ли, может, это мальчишки тебе рогаткой окно разбили. Вот. То есть уже люди доходят до беспредела, до полного. Вот этот застройщик, это, конечно, бич. Значит, и поэтому, конечно, я понимаю, что местная повестка, она тоже интересует. Но при этом нужно понимать, что вот такое поведение этих субъектов, хозяйствующих субъектов, да, по прямому, как говорится, с прямой санкцией власти, это на самом деле, это не проблема там 47-го квартала Кунцева или там, я не знаю, Дорогомилова. Это большая политика, и она, к сожалению, по всей территории России одна. Это федеральная политика. И выборы у нас сейчас в Государственную Думу. И люди должны понимать, что вот каждая локальная проблема, о которой мы можем более подробно, предметно говорить там, на муниципальных выборах, на городских, но если мы ту же самую проблематику не вынесем на федеральный уровень, ничего не изменится. Ничего не изменится, потому что, да, ситуация может варьировать там, от города к городу. Это зависит от субъективных факторов, это зависит от личности там. Градоначальника, это зависит от ситуации там, в том же гражданском обществе, о котором сейчас шла речь, да, потому что кто-то сопротивляется, кто-то сидит, ждет, пока там море погоды, пока там манна небесная не упадет ему на голову. Вот. Но в целом, чтобы этого не было, да, здесь нужно по всем трем, как говорится, фронтам работать. И на местном уровне, на муниципальном, и на городском, и на федеральном. Потому что отдельные усилия там или сям, они, конечно, никакого результата не дадут. Поэтому мы, конечно, за то, чтобы кардинальным образом изменить состав Государственной Думы. Я уже сказала, четыре фракции – это большая иллюзия. На самом деле фракция одна. Вот эта фракция власти – все остальные так называемые партии, они давно уже вписались вот на уровне своего руководства в эту систему. Мы вообще за то, чтобы эту систему снести, вот этих четырех замечательных организаций, которые паразитируют уже сами на себе, как говорится, на свои идеи, которые уже давно ничего хорошего народу не несут. Им очень удобно, им хорошо, они сидят, им тепло, мухи не кусают. Вот, они пользуются всеми парламентскими привилегиями. Они написали законов под себя, да, под себя. То есть все, вот они сидели 20 лет, они 20 лет писали под себя законы. Они лишили права и возможности другие политические силы каким-то образом, так сказать, тоже как-то жить. Да? Потому что, вот опять же, ну почему одни партии собирают подписи, да, а другие не собирают? Вот 200 тысяч подписей сейчас мало какая партия соберет. А люди, которые, ну я не знаю, какая там реальная поддержка у того же Жириновского или Миронова, но мне почему-то кажется, что, в общем-то, можно было бы и посоревноваться, да? Почему, допустим, коммунисты России полупарламентская партия, там, Яблоко вообще не парламентская, да, не пойми какая, вот, а Жириновский, который сидит там, не знаю, сколько лет там, тот же Зюганов, из которого труха сыпется, вот, тоже, ну, не очень понятно. Вот, поэтому мне кажется, что многое нужно менять. Вот, и мы выступаем за то, чтобы эту систему, вот эту квазиполитическую, вот эту квазипарламентскую абсолютно, потому что это никакой не парламент, ее нужно снести. И, конечно, при правильном голосовании, при правильном подсчете, при правильной агитации, да, то есть не так, когда у нас три дня голосуют, с любого смартфона, там, на любую кнопку нажал, считай, что уже проголосовал. Еще и видеонаблюдения нет. Понятно, что в этой ситуации, так сказать, мало что поменяется. Но если хотя бы мониторинг результатов выборов будет адекватным,
Вот в этой ситуации. Конечно, политический расклад внутридумский, он изменится. И мы увидим не 4 партии, а как минимум 7, 8, а то и 10 на самом деле. Потому что политический ландшафт, политический спектр, политические симпатии, они меняются с ходом времени. А вот эта закостенелая система, она действительно закостенелая, она заизвестковавшаяся. Это прогрустово ложе, в которое пытаются уложить всю политическую систему России. И рано или поздно этому будет конец. Но мы хотим, почему, собственно говоря, мы участвуем в этой клоунаде под названием выборы. Мы действительно хотим, мы оставляем такую, так сказать, надежду, да, что все это случится мирным, бескровным, так сказать, обычным парламентским выборным путем. Нам бы этого очень хотелось, но нас не пускают к выборам, мы не субъект избирательного процесса, нас не видят, мы не партия, у нас нет. Вот. А какие-то там слепленные, значит, гомункулусы в Кремле, значит, за 3 месяца до выборов, какие-то новоделы, да, симулякры, они оказываются участниками политического процесса вот таким вот волшебным образом вдруг, в одночасье. То есть 3 месяца назад никто не знал о существовании там одной партии, другой партии, там третьей партии. Не будем их называть, чтобы, так сказать, не расстраивать их так называемых лидеров. Вот была у нас в стране одна партия зеленая, да, экологическая. Теперь у нас 2. И фантастическим образом обе участвуют в выборах. Зачем это делается? Затем, чтобы, не дай бог, ни один приличный эколог таки в Думу не пробрался. Вот всегда в Думе были экологи, приходили они разными способами в нее. Я помню, даже комитет был по экологии очень приличный в Первой Думе и во Втором. Вот, кстати, традиционно его яблочники возглавляли, это их тема была топовая. Вот сейчас ни само яблоко, так сказать, не пустят. Вы видите, так сказать, Григорий Алексеевич, ну вот кто-то уже правильно написал, что Григорий Алексеевич, если вас там держат в заложниках, то вы нам мигните, а то действительно получается как-то очень странно. Вот. Ни яблоко ни само не пустят, ни, соответственно, их кандидатов, потому что наиболее ярких кандидатов заставляют давать клятву кровью, клятву верности партии власти, так или иначе. Ярких кандидатов снимают, вот, не гнушаясь при этом самыми вот, нехорошими, так сказать, методами, уголовные дела открывают. Вы видите, что в Москве у нас вся, в общем-то, политическая, вот наша вот эта вот, как говорят, тусовка, да, она сейчас не то что там ополовинена, да, просто обнулена. Потому что все те персонажи, которых мы рассчитывали увидеть на выборах в этом году, их нет. Кто-то под статьей, кто-то иностранный агент, кто-то под домашним арестом, кто-то под реальным арестом. Вот, кого-то просто прессанули и сказали, ну вот ни в коем случае ты туда не ходи. Ну вот, условно говоря, в моем округе 197-м, вот сейчас действующий депутат, он планировал выдвигаться и дальше. Ладно, он там единорос, понятно, что я, так сказать, плохо к нему отношусь, но неважно, он хотел идти на выборы опять. Вот. А ему, я не знаю, там, что там с ним сделали в итоге, вот. Но вдруг, внезапно, он резко идти на выборы расхотел. Вот, я даже не знаю, там у него пальцы там целые или там остальные органы. Вот. Ну не хочет он больше идти на выборы, вдруг внезапно. Ну вот такая политика у нас сейчас. Спасибо. Продолжим.